Всем привет! Сейчас мы пойдем в ад и построим портал в новые земли. Я сейчас озвучиваю это после того, как я снял это видео, потому что я снимал маленькие фрагменты всякие интересных мест. И вот, сейчас мы посмотрим, что я там обнаружил. Так, вот здесь я увидел зомби в аду обычного. Я не знаю, как он сюда попал. Я довольно далеко уже, на самом деле, нахожусь от своего портала, который около Блейзов находится, если вы помните, где он. Я прошел довольно долго. И вот мы теперь оказались в заброшенной шахте. И сейчас посмотрим, что тут происходит. Ну, я осмотрел эту всю местность и нашел путь наверх. Тут довольно долго подниматься по воде, потому что глубина не маленькая. И сейчас посмотрим, где мы оказались наверху. Ну, как мы видим, ничего вокруг нет, только вот те вот земли такие маленькие, безнадежные. Ну вот я к ним приплыл. Здесь я увидел глину. Оранжевую глину. Ну, думал, это баг какой-то. А вот это вот непонятно, что вообще там было, такое черное впереди. И вот там вот вдалеке есть глиняный биом, глиняные горы полноценные. Сейчас я туда приплыву. Так, это я, по-моему, уже второй раз сюда плыву. А, ну здесь такая, угол такой прямой. И сейчас впереди у нас будут горы из глины. Тут, к сожалению, темно, плохо видно, но увидеть будет можно, так скажем. Тоже такой немножко странноватый биом, потому что сейчас увидите, почему. Такие здесь стены у него прямые. Вон, вообще так. Как будто граница версии, но я не знаю. Я тут вроде поблизости-то и не был, чтобы тут граница была. Ну, не знаю. Немножко странно это все. Здесь такие вот огромные. Огромные горы. И протяженностью довольно большой. Они такие длинные. И вот здесь что-то прямые. С той стороны нормальные. Ну, сейчас я подплыву и залезу туда, и там уже можно будет походить и построить портал обратно в ад, чтобы сделать железную дорогу. Но, к сожалению, у меня это не совсем получилось. Ну, сейчас вы знаете, почему. Так, вот я залез. И вот это вот вид сверху был. Скелет тут бегает. Вот такая вот, тут красивое место такое я нашел. Там не прогружаются территории. С этого видно пещеры всякие с лавой. Сначала подумал, что эта лава тут находится, в этом биоме. Она оказывается внизу. Ну вот, давайте построим портал тут. Ну, сейчас у нас будет небольшой облом. Мы входим в портал. Сейчас. И оказываемся, к сожалению, в том же месте, откуда мы и пришли. Но я думал, это хорошо, потому что, меня телепортнет обратно в то же место, откуда я телепортировался из этих гор. Но, к сожалению, меня телепортировал обратно в ту же заброшенную шахту. Ну, может быть, из-за того, что я сломал портал в этой заброшенной шахте, но нет. Потому что в следующий раз я сделал то же самое, но не ломал портал. Сделал еще один портал в этих горах. И меня телепортировало, к сожалению, опять же в эту заброшенную шахту. А из заброшенной шахты опять туда же. Точнее, ну, в общем, вот эти два портала работали, которые в заброшенной шахте и в аду. Новые почему-то не стали создаваться. Я не знаю, с чем это связано. Может, баг какой-то, хрен знает. Блин. Сейчас буквально минут 5, наверное, я говорил, и все зря. Потому что почему-то у меня этот видеофайл повредился, и его теперь не открыть. Я уже забыл, что я говорил. В общем, я хотел сказать, что я изменил ад. Возможно, вы заметили. Ну, я сейчас не буду туда возвращаться. Потом при случае покажу.
И сейчас я хочу размножить свой хофт, чтобы получить 36 уровень, с помощью которого я починю вот эту кирку. С помощью ее и трех алмазов я починю кирку на 36 уровень. Мне нужен. Так, ну, в общем, я хочу получить, размножив всех этих овец. Но думаю, это будет не очень хорошая идея, потому что их и так очень много. Ну, ладно. Хрен с ним. Мне сейчас надо взять морковки, во-первых. Размножить свинюшек. Пусть они тоже будут размножаться, пусть их будет побольше. Я их потом замочу огненным мечом, и у меня сразу будет жареное мясо. Вот этим вот мечом, вот этим. Fire Aspect 2. Они почему-то не загораются, но мясо уже жареное получается. Это очень хорошо. Потому что не надо будет его жарить, и сразу можно есть. Ну и с курицей, в принципе, то же самое. Лутинга. Конечно, неплохо было бы вообще совместить эти два меча, но это невозможно. Потому что больше трех, как я понимаю, на инструменты делать нельзя. Но на лук у меня получилось 4 зачаровать. Так, все что ли, свиньи? Что-то мало мне опыта дали. 37. Ну ладно, все так все. Надо бы выход человеческий сделать. Так. Морковь сюда. Идем за семенами для курочек. Вот тут курица, что ты делаешь-то? По моему миру разгуливают животные, как хотят просто. Извини, что ты творишь? Куда ты бежишь-то? А, нет. А, ну я не тебя мечом убил. Понятно. Так, тут есть. Отлично, надеюсь, этого хватит. И вот этого хватит. Пока не буду я собирать немного лени. И пойду я с этой стороны, чтобы два раза состричь вот эту сциановую шерсть. Так, сначала мы их размножаем. Так, их тут сколько? Их пятеро, да. Одна останется неразмноженной. Так, сейчас мы загоним сюда желтенькую. Или, подождите, их сколько? А, их 6. 6. Ну тогда ладно. Ну гуляй. А, точно, надо ее с черной скрестить. Интересно, какой цвет получится сейчас? Черный. Ну ладно. Видимо, доминирующий цвет получается все время. Так, ну ладно. Странно, у меня сейчас при записи 20 FPS, а вроде не лагает, как обычно при 30 даже бывает. Ну ладно, оно и к лучшему. Так, черненьких размножим. Черный цвет тоже довольно интересный. Его много где можно применить. А, и сейчас мы как раз сюда вот эти две. Блин, ну офигели вообще, овцы. Всем наглость уже потеряли, страх потеряли. Так, хочу я вот этих. А это не хочет. Но я вас состригу и гуляйте. Пусть они тут гуляют. Это тоже не так плохо, потому что довольно прикольно, когда разгуливают животные по миру. Мне тут так скучно как-то. Так, давайте посмотрим. Вот у нас больше стак красный. Зеленый почти стак. Ровно 64. Серый. Белый тоже 64. И черный чуть больше стака. И цановый совсем чуть-чуть. Ладно, вот я случайно зашел к курам, и уже у входа было столько яиц. Я просто хочу посмотреть, сколько будет всего яиц. Давайте посмотрим. Но сначала я посплю. Так, ну вот, этот дождь дурацкий кончился. Это очень хорошо. Так, теперь мы идем размножать кур. Ух ты, сколько тут монстров. Ночью не было столько. Так, скелет пошел вон отсюда. И крипер тоже. О, у меня стрелы кончились. Блин, какие наглые скелеты-то умные стали. А, вас я, пожалуй. Ты тварь так. Вас я, пожалуй, замочу. Блин, ну скелет, ну вы сволочь. Так, 35-й. Я еще не размножил курей. Так что есть шансы набрать 36 уровень.
Давайте это сделаем. Ух, сколько же тут вас. Яйца до хрена просто. Ну, как раз они мне пригодятся, когда я их всех убью. Ужас. Странно, что еще не лагает за такое количество этих птичек. Блин, ну неужели их тут так мало, меньше стака? Не, вряд ли. Еще должны быть. Еще яйца. Сколько же тут яиц? Да нет, тут их побольше будет. Потом посчитаем. Да их тут очень много должно быть. А, 37 уровень уже, отлично. Сколько тут можно заработать, если был бы нулевой уровень? А, почти второй. О, извините. Ах ты, блин, криперка. Вот. Не дай бог ты все взорвешь здесь. Блин, третий стак пошел. О, он вроде как ушел. Я боюсь его. То вдруг он тут всех курей моих взорвет. Блин, да что ж такое, это неугомонные какие. Сколько вам зерна-то еще надо? У меня больше нету, кроме вот этого-то. Охренеть. А сейчас же будет их... Ну, во сколько? В полтора раза больше, да. Получается. С каждых двух будет еще одна добавляться. То есть, да, в полтора раза получается. Давайте-ка выкинем это перо дурацкое. Блин, ну яиц тут, конечно, да. Но они мне пригодятся. Да. Сделать новых кур. Потому что я довольно долго из буквально 3-4 делал вот столько. Потому что я вот видел любую курицу на улице и приводил ее сюда. Потому что я что-то не догадался их размножать сразу. Но потом до меня это дошло. Все, мне надоело. Так, главное, чтобы тут крипера не было. Ага, вон он. Иди-ка сюда. Угу. Смотрите, поросенок бежит за родителем, видимо. Так, тут ящик-то. А-а-а. Вот, блин. Так, сундук, верстак. Где он тут? Это глина тут зачем-то нужна. Оп. Ну вот, как-то начало подлагивать. Так, ставим сундук сюда. И скидываем сюда все яйца. Вообще надо сделать склад для яиц. Ужас. Так, ну ладно, у нас есть... 36 уровень имеется, так что можно починить кирку, и думаю, на этом можно будет закончить эту серию. Тоже такая была небольшие похождения такие, новые земли. Так, порох сюда, кости это сюда, все, яйца. Ага, так, алмазы я там оставил. Отлично. Так. О, 2 алмаза даже. Ну вот, пусть так будет. У нее все-таки Unbreaking 3. Хватить должно надолго. Ну, мне не жалко этих уровней. Я могу в любой момент набить 30-й примерно. Вообще, надо бы книжки позачаровывать. Может, что полезное выпадет. Так, а глину я положу сюда. В это место глиняное. Сюда. Так, это... Как обычно глина называется? Просто клей, что ли? А, вот, а, кстати, вот эту же глину можно красить. Вот такого цвета она. Это очень хорошо, что я ее набрал так много. Потому что она, как ни странно, не покрашенная, мне больше всего нравится. Ну ладно. Спасибо за просмотр. Пока всем.